Дороги в трех муниципалитетах Приморья приводят в нормативное состояние. Как сообщили в Минтрансе, специалисты Примавтодора регулярно выезжают на трассы и проводят мониторинг, чтобы следить за качеством выполняемых ремонтных работ. В этот раз группа контроля провела комиссионное обследование дорог Пограничного, Ханкайского и Октябрьского кругов, оценив участки, где уже идет ремонт и где он запланирован в ближайшее время. В целом оценено состояние дорог в Пограничном и в Октябрьском районе, и в Ханкайском на оценку 4,5. Филиал у нас работает здесь один, Пограничный, он один из лучших филиалов Примавтодора. Дороги у них, как правило, находятся в нормативном состоянии, своевременно они все работы текущие выполняют. Пока дорожники готовятся зайти с работами на проблемные и ремонтные участки, рабочие продолжают восстановление дорожного полотна в рамках содержания. Сейчас мы находимся на автодороге Сибирцево-Жарикова-Комиссарова, 93-й километр. Филиал ведет работы по участку 93-й километр, это восстановление профиля с добавлением материала. Грунт на данный момент завезен, работает автогрейдер и каток. Доводим как бы дорожную одежду до нормативного состояния. До конца года в Пограничном округе будут отремонтированы 5 участков дорог. Вместе с Примавтодором на ремонт дорог зайдет компания «Спецу».